Поздравляем с победой. В целом сегодня за счет чего выиграли? За счет игры выиграли. Ну, старались, готовились очень серьезно к сопернику, потому что дальний перелет, Красноярск и зал огромный для нас. Мы в маленьком, как все знают, тренируются. Все говорят, к нам приезжают, неудобный зал для нас. Вот такой зал, это тоже неудобный. Поэтому привыкали. Ну, что-то получалось, что-то нет. Ну, девочки молодцы. Какие-то компоненты можно выделить? Все-таки в чем сильнее? Компоненты? Я думаю, блок сегодня переиграли соперника. На блоке хорошо сработали, хотя есть куда стремиться. Еще много работать и работать. Может быть, и от Енисея ожидали сегодня что-то большего? Ну, от соперника всегда ожидаю. Все равно может что-то новое придумать. От Енисея, ну, у них хорошие игроки, разбирали, как бы всех разобрали. Сыграли, ну, они сыграли, как мы им позволили. Сегодня мы выиграли 3-0. Спасибо.